Привет, это канал Походный Оптимист. Идет второй день моего похода. И я думаю, что пора бы уже останавливаться на обед. Вот выбрал себе неплохое местечко. Думаю, как раз у этого поваленного дерева я очищу себе полянку и займусь приготовлением обеда. Уже не первый раз беру с собой лопату. Очень удобная, легкая вещь, стоит копейки. Абсолютно ничего не весит. Очень удобно крепится к рюкзаку сзади. Вот этой зимой я первый раз начал ее использовать и пока ни разу не пожалел. Веса никакого, а производительности на 100%. Сейчас я сделаю черенок, какой-нибудь ветки себе и почищу себе полянку. Лопата не крутилась, я вожу с собой маленький саморез. С лопатой невероятно удобно по-быстрому почистить снег. Буквально 5-7 минут площадка почищена почти до самых листьев. Из поваленного дерева сделаю себе столик. Немного отесать, уже удобно будет ставить сюда себе кружку, котелок. Ну вот, отпилил маленький кусочек от дерева. Сейчас хочу попробовать сделать финскую свечу. Раскалю его, вытащу немножко серединки, свяжу. И на нем буду готовить. Делаю это первый раз. Вот, буду учиться. У меня не колон, но для такой толщины, я думаю, будет не проблема. И каждую еще пополам. Для того, чтобы скрепить, я брал с собой старый велосипедный тросик. Ну, чтобы он не перегорел. Вообще можно, в принципе, не скреплять, если это в снегу все удобно поставить. Но я хочу, чтобы ее можно было переносить с места на место. Попробую сейчас связать. Готово. Специально хотел вытащить из снега для того, чтобы было поддувало снизу. Если это будет в снегу стоять, это будет, мне кажется, неправильно. Чуть-чуть можно вбить в грунт.
чтобы поустойчивее было. Вот как это выглядит сверху. Вот, отсюда будет идти огонь. Сейчас я туда набью внутрь щепки, иголки, подожгу. Когда сердцевина разгорится, на ней можно будет готовить. Сейчас попробую пожечь. Боюсь сильно набивать. Не получится, попробую что-то переделать. Все-таки я получаю первый опыт. Замерзла зажигалка. В принципе, иголки должны нормально разгореться. Пока горит неактивно. Положил чуть-чуть щепочек снизу. Дымоход. Хорошая тяга. Сейчас, я думаю, пламя там внутри сделает свое дело. Как газовая горелка. Идет пламя. Оставлю водичку кипятиться пока. И приступлю к приготовлению. Готовить я буду себе яичницу. Надеюсь, яйца у меня не замерзли. Со вчерашнего дня они у меня лежали в термосумке. Вот помидорка почти замерзла, лежала с ними, но не до конца. Поэтому я думаю, то, что яйца должны быть целые. Так, сначала я нарежу бекон, лук и помидорку. Почистим лук. Порезать лучше помельче. Дальше режу помидорку. Помидорка у нас уйдет вся. Правда, зимой я не думал, что она будет очень уж аппетитная. Но все же. Какой-то аромат она свой даст. Ставим сковородку. Добавляем много сливочного масла. Не ждем, пока она полностью растает. Сыпаем туда помидоры, лук. Бекон.
перемешиваем. Запах обалденный. После того, как все хорошенько поджарилось, я сначала кладу еще один большой кусок масла сливочного. После чего буду пытаться разбивать яйца. О, яйца у нас не замерзли. Отлично. Перемешиваем. Теперь нужно обязательно посолить и поперчить. Почти готово уже. Яйца готовятся очень быстро на таком пламени. Масло второй раз я выкладывал для того, чтобы яичница не подгорела. Хорошо отходила от сковородки. Очень удобно готовить на такой плите. Вот яичница готова. Сейчас буду пробовать. Уверен, что вкус будет потрясающий. Мне не понравилась моя первая свеча. Вот, какая-то она вся была кособокая, неудобная, неуклюжая. Постоянно пыталась завалиться. Сильно дымила. Вот, поэтому после того, как я покушал, я отпилил себе еще кусок дерева. Расколол в этот раз я. Это полено не до конца. С четырех сторон точно такой же крест получился. И кинул всего лишь сюда маленький уголек от старой свечи. Все моментально само вспыхло. На первую свечу я потратил примерно 2 часа, ну, я делал ее первый раз в жизни. На вторую я потратил, наверное, около 10 минут вместе с тем, как я пилил ее. Моментально она красивая, не дымит, и от нее, как ни странно, намного больше тепла, чем от первой. Это был канал «Походный оптимист». Не тратьте время на интернет, собирайте рюкзак, идите в поход. Пока!